С начала года более 400 североказахстанцев прошли краткосрочное профессиональное обучение. Основная часть уже освоила самую востребованную специальность в регионе. Строительным навыкам обучили 200 человек. Об этом говорили на региональном брифинге центральных коммуникаций. Рассказали на нем и о проекте «Бизнес Бастау». Подробности далее. Содействие продуктивной занятости населения, вовлечение их в предпринимательство – это основные цели государственной программы «Енбек». Ее инструментами уже воспользовались более 18 тысяч человек. Из них 73% – безработные североказахстанцы, остальные 16% – самозанятые лица. На сегодня участником программы может стать любой человек из числа безработных, самозанятых, выпускников учебных заведений, малообеспеченных, многодетных и других категорий. Данные граждане могут найти себе подходящую работу, получить техническое и профессиональное образование, пройти переподготовку на краткосрочных курсах, а также заняться собственным делом. Для этого необходимо обратиться в центры занятости населения, с заявлением на участие в той или иной программе, в том или ином направлении, и при себе необходимо лишь иметь удостоверение личности. В рамках второго направления программы предусмотрено и развитие массового предпринимательства. Ее основам обучились около 1000 североказахстанцев. Микрокредиты получили 260 человек. Из них более 30% открыли и 68% расширили собственное дело. Предприниматели создают при этом дополнительные рабочие места. Получателями данных микрокредитов создано дополнительно 170 рабочих мест. Активно, значит, используются инструменты для поддержки именно малого и среднего бизнеса, именно бизнес-инициатив. В этом году также продолжаем работу по оказанию государственных, по предоставлению государственных безвозмездных грантов в размере до 200 МРП. В этом году получили именно 843 человека, из них 299 из числа молодежи. Данные гранты предоставляются именно для развития собственного дела, именно на приобретение инвентарей, орудий труда, технологического оборудования, животных и птиц. Уделяют большое внимание трудоустройству молодежи. Для выпускников организовывают практику, где они набираются профессионального опыта и в последующем устраиваются на работу. Таковых в этом году 435 человек. Анна Куликова, Жанель Бисембаева, Новости МТРК.